Привет, дорогой, я это не отвлекаю, ну ничего, как у тебя там делишки? Ты хуй знает, у меня уже нервы на пределе. До одного места, подожди, ты имеешь написать рапорт, у тебя есть обоснование. Ну я понял, как твари были, тварями и остались. Всякие, что они сейчас намыслили себе. Ну а кто твой непосредственный начальник, есть тут хоть понятие? А это кто у нас сейчас, механик? Рядовой? Офигеть. Так а пригнали кого? Россиян? В командование. Ну, как мясо. Я понял. Как, отношения как к мясу. Они, по-моему, ничем не отличались в этом отношении. Еще веселее, да? Ну да. Сейчас они решили закидать телами все подряд. Чуть ли не вагнеровцев сделали, блядь. Охренеть. Пацаны, главное, держитесь, самое главное. За что? Уже вопрос, за что держаться, да? Одному Богу известно. За голову или за яйца, да? В принципе, я понимал, что до февраля они пытаются полностью размандячить всю пехоту нашу. Нашу же. Ну, правильно, они начинают распихивать непонятно куда, но непонятно где. То есть, ну, было слаженное подразделение, хотя бы то, что осталось от него, да? Когда было слаживание, хотя бы понятно было, о чем мы шепчем и какой разговор идет, да? А сейчас, получается, вообще, да, и побежали непонятно куда. Как было, прости, так прости и осталось. Взяли, размолотили слаженное. Вот, в принципе, то, что они и занимались. Размолотить полностью в хлам боевые подразделения, которые хотя бы были хоть чуть-чуть наслажены. Взяли, порвали. Ну, в принципе, я уже ничему не удивляюсь.